Если это имеет место на двух руках, не связывайте это с туннельным синдромом запястья. Это распространенная ошибка. Туннельный синдром запястья обычно не бывает двусторонним. Особенно если есть проблемы с чувствительностью, онемение, покалывание в ладонях или проблемы с работой кисти. Если есть сочетание проблем с походкой, проблем с ладонью и болей в шее, то очень вероятно, что у вас шейная миелопатия.